Всем огромнейший привет! И здесь вы найдете свое послание на эту неделю. Послание будет выполняться на колоде Ленорман бабушкиных старинных открыток. Всего будет 4 варианта. И можете загадать ваш номер от 1 до 4. Номер 1, номер 2, номер 3 или номер 4. Вот такие красивые карты. И давайте загадывайте ваш вариант. Какое послание получит наш уважаемый номер 1? Какое письмо получит номер 2? Какое письмо получит номер 3? И какое письмо получит номер 4? Давайте посмотрим на эту неделю. Номер 1. Карта Луна. Прекрасное время, прекрасная карта. Послание от мамы, от бабушки, от вашей родственницы, которая готова вам помочь в трудную минуту, которая готова вас одарить советом, подарком, вниманием, участием. Возможно, вы найдете какую-то вещь с историей, либо получите в дар. Это может быть все что угодно. Это может быть бабушкина брошка. Это может быть рецепт вкусного пирога, либо вкусных кабачков. Что-то, что связано с уютом, с домом, с теплом и с помощью от ваших домашних, с помощью от ваших женщин вашего рода. Вот такое послание для вас. Номер 1. Теперь номер 2 давайте посмотрим. Номер 2. Слушайте, здесь романтическое свидание. Здесь предложение руки и сердца. Здесь, возможно, выбор свадебного платья. Вообще приготовление к свадебной церемонии. Возможно, вас просто пригласят на свадьбу в качестве свидетельницы. В качестве свидетеля. Либо вы узнаете о том, что кто-то из вашего круга выходит замуж. Возможно, этой счастливицей будете именно вы. И да, также получение в подарок какого-то ювелирного украшения, в том числе и кольца. Номер 4. Давайте посмотрим. Номер 4. Солнце. Вы поедете в отпуск, вы будете нежиться под лучами солнца. Вам будет казаться, что лето будет продолжаться просто бесконечно долго, тепло, солнечно, прекрасно. И получите хороший заряд солнечной положительной энергии и много-много мужского внимания. Номер 3. Номер 4. Номер 4. Карта птицы. Кто-то будет что-то вам такое секретное рассказывать, что-то нашептывать, что-то начерикивать, какое-то тайное обсуждение, какие-то сплетни, какие-то новости, о которых вы совсем не подозревали. И эти новости, возможно, помогут вам понять некоторые вещи, и на какие-то старые вещи вы посмотрите совершенно новыми глазами. Вы приобретете новый опыт, новую информацию и, безусловно, очень многому удивитесь на этой неделе. Вот такой вот расклад, вот такие вот послания. Надеюсь, вам было очень-очень интересно. Хорошей всем недели. Обязательно посмотрите обзор данной колоды на моем канале. Она так и называется «Обзор бабушкиных открыток». Очень интересная, правдивая, говорящая колода. И я буду с большим удовольствием ждать от вас вашу обратную связь, как у вас прошла неделя, какой из вариантов вам срезонировал, какой проигрался. И если эта тема понравится, я еще о ней с большим удовольствием для вас запишу. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и не забывайте, вам здесь всегда очень рады. Всего доброго и всем пока!